Рамиль Мамедов. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Научите, пожалуйста, как выглядеть так же молодо, как вы в любом возрасте. Что для этого делать и кто в вашем понимании Бог? Это уже два вопроса. Для того, чтобы... Дело в том, что старение — это тело. А тело, которое состаривается, это говорит о том, что тело диктует свои условия жизни. Это говорит о том, что человек живет по принципу, где тело побеждает. Каким образом необходимо жить так, чтобы тело не старело? Первый принцип – находиться в состоянии баланса, в гармонии. То есть находиться максимально в состоянии, при котором плохое не до максимума раскачивается и сильно хорошее не максимально возбуждает. То есть находиться в состоянии душевного баланса. Это первое. Это очень важно, кстати. Второе. Обязательно помнить о том, что есть принцип. Каждый девятый день своей жизни голодай, пей только воду. Только такой принцип очень эффективен. Третье. Обязательно соблюдайте диету. Ешьте меньше. Потому что когда мы набираем вес, ешьте любую еду. Просто будьте, не ешьте много, запихивая в себя. Не перевозбуждайтесь в момент того, когда вы употребляете большое количество пищи. Следующее. Старайтесь максимально уменьшить количество потребления алкоголя. Старайтесь алкоголь пить очень редко. Если вы алкоголь пьете, то старайтесь делать так, чтобы алкоголь был для вас другом. А это еще что такое? Дело в том, что алкоголь многие воспринимают как напиток. На самом деле я его как эзотерик воспринимаю как сому. А сома в моем понимании принадлежит Богу. И когда я принимаю сому, я говорю, я принимаю сому, напиток богов, часть этого напитка посвящаю богам и предкам. Ну и обязательно всегда пью с пожеланиями. То есть я не пью просто так, всегда что-нибудь кому-нибудь желаю. Сначала Богу, потом предкам, после этого только выпиваю. Желаю, если с кем-то пью. Вот так, при этом для себя алкоголь я принял как систему, которую я называю партнером. То есть я делал так. Алкоголь, ты для меня будешь с этого момента являться не врагом, а будешь являться моим партнером. То есть я тебя уважаю, я к тебе отношусь хорошо, мы с тобой в партнерских отношениях. И обычно говорю, пусть этот алкоголь мне не мешает. Ты мой партнер, я к тебе хорошо отношусь, я тебя не ругаю. Поэтому я говорю, я славлю бокал с вином или я славлю бокал с виски. Я посвящаю это своим родным или близким, или кому-либо. И пусть это даст мне ума и здоровья, и счастья, или даст мне молодость, и выпиваю. И еще, есть три принципа алкоголика. Он звучит так. Первый, не пей сам. Второе, пей только с теми, кого ты знаешь и любишь. Третье, пей только то, от чего тебе никогда не плохо. То есть не позволяйте себе пить. И еще, если ты пьешь с незнакомыми тебе людьми, не пей больше трех.